Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! С вами сегодня, как всегда, Алиша Купица, ну сегодня Андрюшенька и Нефа, и добро пожаловать в закулисье! Ну что ж, друзья, мы продолжаем с Андрюшей проходить новый уровень, который был добавлен буквально пару дней назад. С вонючими крысами, вот с такими гигантскими тараканами, соответственно, многорукими и все остальное. Сегодня у нас главная задача до конца пройти этот уровень и посмотреть, что нас ждет в его конце. Поэтому, ребята, серия сегодня получится 100% очень долгой, потому что огромная канализация здесь, конечно, это просто жесть. Поэтому, ребятки, вам и желаю, конечно же, приятного просмотра. Конечно же, приятного аппетита, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а мы начинаем платить, пожалуйста, по полной программе, чтобы реально... закончим. Че закончим? Мы только начали, Андрей, ты че, прикалываешься, что ли, а? Итак, давайте я сразу вообще веду вас в курс дела, что у нас вообще происходит, соответственно, что у нас сегодня вообще надо сделать. Значит, мы попали с Андрюхой вот в такую вот канализацию, где бегают вот эти вот крысы вонючие, соответственно, да. Вообще, прям, посмотрите, как она выглядит, а. Че за отвратительное существо составляет. Подожди, такой, или мы с тобой, по-моему, туда шли, да, по-моему? Да, туда, вот там, как да, нужно в другом направлении сейчас пойти, значит, смотри. Смотрите, в той области, вот здесь находится Андрей, там есть две двери, в одной из которых нам нужно принести металлическую какую-то стенку 3 на 3, соответственно, диаметром или объемом, я не помню. Вот, и в другой части что-то тоже надо было еще сделать. Поэтому мы пойдем сегодня в другом направлении, в котором, я надеюсь, нас будет ждать что-то намного интереснее. Вонючие руки ходят, вонючие руки. Да вот реально бесит они. И вот вопрос, как проходить, ну то есть, понял, то есть, как бы проходить возможно, нам каждый раз надо подождать, пока они поднижутся, водички, вот эти вот тараканчики, пока крыса вот эта вот вонючая пойдет. Ой, бесит они меня, конечно, ой, просто крыса, нереально. Жирная, так, ходит, давай воду. Сразу договоримся. То есть ты сам помнишь, да, то, что просто проблема этого уровня заключается в том, что если ты умираешь, отсюда реально очень сложно выбраться. Потому что, когда ты умираешь, пойдем. Можешь найти дверь, которая тебя спасет, но здесь дверь найти реально очень сложно, и мы не понимаем, почему. Так, давай проверим тело. А у тела ничего нету. Вот вообще, нам надо потело. Искать каким-то образом ключи, а мы ни одного ключа еще не находили. И вот как его искать, я, честно слово, не знаю. Но надеюсь, у нас получится. Поет. Ой, крыс слева, смотри. Аккуратно. Там только такие заебали, руки, Андрей. Зачем там, столько синтола? Сколько там, руки больше, чем у тебя, чтобы ты понимал просто по объему, понимаешь, а? Да синтола накачала, ну, давай, ну долго она тут стоять будет. А чего она там? Так, шампунем она уходит. Блин, там крыса пошла. Там крыса ну она пошла. Как раз нормально, наоборот, это хорошо, что она туда пошла. Так, давай сейчас глянем. Думаешь? Ну я думаю, да. Она просто... Ну-ка. Так, слева пойдем. Ничего. О, погнали, можем бежать, можем бежать. Смотри, бежать, нам надо как-то перебежать. Там не хватит. Да хватит, все нормально будет. Смотри, нам с тобой надо. Хотя да, вот, кстати, ты сейчас очень грамотную вещь сказал. Давай, просто я не знаю, что сейчас на вот этом перекрестке будет небольшом, поэтому непонятно, что нас тут реально ожидает, так. Поэтому стамину уже подкопить. Вот, давайте налево завернем. Давайте мы налево. Мы тогда хотели направо. Да, а вот сейчас мы да, пойдем налево. Страшно, блядь. Во, вот сюда, иди вот сюда. Вот здесь, смотри, вот здесь нас еще как раз с тобой, по-моему, не было, поэтому давайте. Аккуратненько, сейчас все как раз с тобой поисследуем и все остальное. Главное, жирная крыса мы, опять же, понятия не имеем, что вообще делают вот эти тараканы, которые здесь бегают. Мне кажется... О, записка, Олег. Где? Ага. Подойди, почитай. Так, можно. Давай, сейчас глянем. Так, а ты следи за обстановкой пока. Я исследовал комнату отходов, когда вдруг я увидел ужасающее существо. Не думаю, я выбежал, но я уронил рычаг, который я нашел. Я думаю, это важно выбраться из этого места. Но я боюсь снова войти в эту комнату. Так, давай, смотри, давай пока мы на этой стороне, давай пока не будем комнату... Вот это, мне кажется, комната отходов. Ну там вообще что-то... Нет, да, вот. Не, мне кажется, ну да. Вот это она. Мне кажется, вон, там просто много грязи, много мусора. Давай, смотри, как сейчас сделаем. Давай вернемся сейчас обратно, и мы сможем краски зайти в ту комнату. Блин, вот сейчас, вот, рука. Прижмись вправо, право, прижмись. А то эта рука меня в прошлый раз убила, когда я вот так вот на кончике тут стоял. Вот тварь она, да, кончина. Вот я согласен. Так, вот здесь стоп, давай вот сейчас. Тихо, вот крыса. Ой, крыса. Нет. Нет. Жирная, сука, нет, блин. Нет. Вот там нас как раз таки еще не было. Смотри, вот в этой двери. Поэтому сейчас глянем быстренько. Да. Ну-ка. Давай, зайка, так, что давай это зайдем. У нас? Так, ладно. О! Ой, тихо, назад. Она там бегает! Не, куда ты так побежал? Стой. Я обосрался. Стой. Ну на нее самое главное не натыкаться. Она не атакует, когда ты не идешь на нее. То есть вон она, я вижу, она справа находится. Олег, знаешь, в чем еще проблема? Видишь, тут там радиоактивные отходы какие-то, мне кажется. И вот тут написано, типа, опасность, берегись. И видишь, еще это противорадиационная маска. Мне кажется, костюм надо использовать по-любому свой, да. А, ну кстати, да, он у нас есть. Да, он у нас есть. Так, сейчас крыс, куда поворачивать? Не сюда, отлично. Так, ну руки вон они. А, там две руки ползают, ты прикинь! Да. Ой, блин! Что, я первым могу сходить? А погоди, тут какая-то записка.
Да. Где? В одной из всех этих бочек все еще есть нефть внутри. Достаточно ударить по ним, чтобы увидеть, заполнены они или нет. Чтобы извлечь из них контейнеры, вам понадобится бочка. А, нам бочка какая-то нужна, слышишь? Блядь, Олег, не, что я сюда не пойду, Андрей. Ну его. Погоди, стоп, еще раз. Чтобы извлечь из ее из контейнера, вам понадобится. Нам нужна бочка. У нас бочки нету. Все, тогда можем А! Помоги! Уходи, 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 уходи. Я по бочке, Олег, постучал. Так, давай я временно. Ой! Крыса бежит, Олег! Уходи сюда! Я по бочке ударил. Если она сейчас заберется сюда, просто сразу забегаем в эту комнату. Другого варианта у нас никакого не будет. Давай. Я надеюсь, крыса успокоилась. Очень на это надеюсь. Может, она не забывает ничего? Может, она не забыла? Я надеюсь, она забыла. Ну не, мне кажется, она забыла. Не, все, можем идти, я думаю. Думаешь? Сейчас прикинь, за угла крыса убежала. Не-не-не, не беги туда, не беги! Не, она ушла, не, Олег, все нормально, все. Все, погнали, тогда погнали в том направлении. Сейчас пойдем как раз вот ту комнату отходов, которую мы с тобой видели. Ну вот это, по идее, комната отходов у нас. Стой, давай аккуратно. Я боюсь. О, тараканы огромные, смотри. Ну они же безвредные, по-моему. Назад! Уходи! Назад! Что это было такое сейчас? Они мертвые, по-моему. Нет, они вон, они, смотри. И как нам быть? Я не пойду. Это бред. Это полная хуйня, ты угораешь, что ли? Вон они ходят, а как нам я быть? Я, Шарик, от испугу немножко пухну. Годи, стой, может быть у нас что-то есть от этих? Годи, не, у нас даже ничего нету вообще. Ну блин! А, погоди, медальон с фигурой, его можно куда-то вставить. А куда его можно вставить, интересно? Ничего себе. У меня медальон с рыбой. Может, нам что-то надо найти против них какое-то, типа, блин. Да, блядь, пистолет. Ну не, опасно туда идти. Да, смотри, там какой-то костюм лежит, видишь, кем защиты. Где? Вот там, вот видишь, вдалеке. Так, а таракан висит. А, вот, не, вижу, да, там. Подожди, ну, может, мы сможем? Подожди, давай попробуем. Ну, они ходят, они ходят, я не хочу рисковать. Пойдем. Ну ладно, мы в целом еще не нашли с тобой. Ну, наверное, блин. Сейф. Сейф. Иди просто на контр. Погоди, заблокировано. Да, пароль нужен от сейфа. А мы же, помнишь, мы с тобой в прошлой серии что-то так, какой-то давай, пароль. Так, давай пока. Блин, надо дойти до той записки. Стой, нет, не иди, Олег, у него сейчас вернется обратно, если он туда-сюда ходит. Подожди, стой, он рано или поздно. Думаешь? Да, но если он ходит туда-сюда. Тихо, стой там, где стоишь. Вот видишь, смотри, что-то ты пришел. Так это другой! Они меняются! Ну да. Блядь, как подгадать-то? Не видишь, они все в одну. Вот они встали именно туда, куда надо было прийти. Ну замечательно. Попробуй вообще. Попробуй с той стороны обойти. Там с той стороны ничего нету. Блять, на меня идет. Не-не-не-не-не! О! Я ушел от него. Так, все, смотри, он уходит. Олег, один возвращается. Вижу. Не сюда. Не. Да это нереально. Блядь, да ну это бред. Это нереально пройти к той записке. Олег, слышь? Если там будет записка, просто фоткаешь резко на телефон и уходишь. Да как я? А там наверху ничего, да. Олег, реально, пожалуйста, подготовь камеру. Не, надо просто, надо. Не, нормально. Я могу просто, понял? Я могу на секунду заснять ее, просто отойти назад, на паузу поставить и прочитать. Во, стой. Вот, смотри, он сейчас справа. Все, осталось только, чтобы тот отошел, и все. Ну давай, иди отсюда. Mm-hmm. Вот иди к твоим друзьям туда, давай. Они реально, Олег, это же реально они из-за Фореста. Да. Ну давай, ну видишь, он не Олег, хочет это идти. Олег, это получается коллаборация игровых этих, ну, да? Пожалуйста. Ну что с тобой сделать надо, чтобы ты кентафариком своим пошел туда? О! Не, ну не сюда же! Ну классно, он еще лучше стал. Блядь, замечательно. Может, я попробую Олега прочитать? Не. Не, просто поймите, ребят, мы могли бы рисковать так, как мы рисковали раньше. Не надо, Андрей. Не. Не ссы. Блин, страшно. Он сейчас пойдет себе просто, понял? Да, он разрывает. Он прямо трупом стал. Ну ты ж. Блядь, ручки поднимает свои, блядские. Стой, я сейчас, короче, беру в руки телефон. Не надо, ты не успеешь, стой. Стой, давай просто подождем. Они ведь, они. Тут можно поймать тайминг, когда они не рядом с ним стоят. Тут можно это сделать. Сука, просто я не могу надо больше. Подождать немного, просто надо немного подождать, и все. Сейчас тайминг правильно поймаем, сейчас они, ну, расслабятся, они пойдут куда-то в каком-то другом направлении, просто и все. Сука, мне нужна записка, бля. Да сейчас. Вот, смотри, один ушел. Ну конечно, да, давай еще ближе. Охуенно, Олег, еще подождали, блядь. О, не, нормально. Во! Стой, погоди, сейчас они все встанут. Во. Может, сейчас можно, пока время есть, они стоят. Нет, Андрей! Блять, Олег! Ну нет! Ты успел сфоткать? Да. Реально успел сфоткать? Да. И что там написано?
Надь, я ВКонтакте скину там, бля. Такой охуенный текст. Ну нет, подожди, стой. На, Олег, вот тебе ВКонтакте. Стой. Так, будь осторожен. Есть торпинка, закрытая шипами ловушками, но я нашел способ остановить работу щук. Нужно просто включить камеру в кладовой в следующем порядке. Нам кладовка нужна. Блин, ну ладно, это записка. Свое сердце слышал. Это записка полезная. Ну ищи тогда, короче, место. Я пока буду дальше пробовать как-то выбраться отсюда. Я не знаю. Будем. Я нашел дверь. Нашел? Реально? Да. Сову. Так, ну у нас есть одна записка, это хорошо. Так, ты появился. А блядь, сейчас... подожди. Не, нормально, можешь. Вот сейчас самое время, чтобы появиться. И беги. Пока аккуратно, подожди. Стой. А вещи. Быстрее. А, подбираю. И нет, вот нет, вот здесь он прям стоит. Все, Настя, все, Настя. Все, по-моему. Олег, ты понял, что я сделал вообще? Просто, Андрей, легенда просто, а. Так, все, погнали дальше. Смотри, у нас есть, нам сейчас, знаешь, что с тобой нужно найти? Нам нужно найти с тобой кладовку. Кладовку мы еще с тобой не находили. Надо ее где-то найти. Стой. Жирная крыша. Жирная, сука, бля. Тихо. Так, смотри, нам с тобой, а что она остановилась? Ты смотри, видишь, она прям на нас как будто смотрит. Олег, а пальчик на фотографии видно было? Так, смотри, да, я видел. Ребята, если что, я фотку вставлю обязательно в ролик. Это очень смешно. Так, во, вот тут какая-то записка, погоди секунду. Так, сейчас мы ее быстренько прочитаем. А ну-ка, я устал, я искал вести, я не могу найти эмблемы, которые должны быть размещены в комнате для очистки воды. Просто проверьте основные каналы, чтобы увидеть, не затоплены ли они. Но эти мутные воды не позволяют. Я вижу, ну, если бы у меня было только металлоискатель, было бы намного проще. А, так может быть это те самые монеты, которые мы подбирали с тобой, не? Да. Мне кажется, они реально, ты тоже монету же, да, какую-то подобрал? У меня монета рыбы. Угу. Так, а ты где вообще, погоди? Я в комнате уже это. А, ты уже в этой комнате, да? Отлично. Так, и что у нас в этой комнате вообще? О, желе вижу, смотри, желе есть у нас. Хорошо, да. Желе мы я подобрали. Поднял одну. Так, еще одно желе вот здесь, вот, смотри. Два желе. Не просто так это дается. Еще какая-то записка. Погоди секунду. Если кто-то найдет шкафчик с накладной для замка. Вот я тебе про это и говорил. Найс. Фотографирую. 25-47. Все, отлично. Вообще с кайфом. Помнишь, хорошо. Помнишь, я сказал у шкафа, что мы что-то с тобой видели? Да. Так, тогда нам обратно надо вернуться сейчас, соответственно, да? Так, вот пароль 25-47. Где они? В воде. Они до шкафа не ходят. Вот. Ага, не ходят. Ты посмотри. Реально? Ага. Они все втроем там. Не, вдвоем, ладно. Вот. Идите оттуда. Бля, фукини вот... мерзкие, пиздец. Вообще отвратительный просто, а. Болотные какие-то противные создания. Так, 25-47. Нужно просто ввести код и все. Ну давай, иди, давай. Слеби. Тихо. Ну классно. Ну просто идеально. Просто ты не могла лучше расположить свои лапти здесь, а? Ой, идиотка такая, вонючая, просто бесит. Придется меня. Подождать. Подождем. Так, Андрюха, она ушла. Меня единственное, кто напрягает, это вот та вот слева, которая стоит. Потому что она тоже рядом с шкафчиком. Это вот, тварь надо, сейчас надо уйдет. Надо подождать, как она опадет. Она должна скоро уже пойти и переместить свои лапки в другую сторону, по идее. Надеюсь, не к нам. Очень на это надеюсь. Ну давай, режи. Быстрее. Так, нормально. Так, Андрей, я пробую. Давай. Так, я уже, Олег, свое отпробовался. А чё? Вот, 20. Давай. Ну! Ну и чё там? 25. Андрей, она прям рядом со мной, нет? Да. Всё. Тихо. Быстрей. Нет, Андрей! Я что-то подобрал там, но там еще что-то можно было подобрать. Так, ладно, я сейчас дверь найду и постараюсь к тебе прийти. Давай. Быстрее вещи, уходи. Олег, стой! Я вижу! Ты уже не пройдешь тут. Блядь, ну как, я в углу. Так, нормально. Да, она уходит. Нормально. Так, Андрей, тебе тоже надо, слышишь, взять тут что-то валяется. Чего я это по-хорошему. Тихо. Олег, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как близко. Ема! Так, знаешь, что я подобрал? У меня, подождите, что это такое? Информация. Металлоискатель и строится для определения того, есть поблизости металлические предметы. Хорошо. И что-то еще, погоди, информация, молоток. Эти инструменты можно сломать некоторые объекты. Смотри, вот. Это хорошо. Каких куда сломать? Ты можешь тоже подобрать. Там прям шкафчики валяются. Я похож на...
Самоубийцу? Ну ладно, мы можем, ладно, погнали так. Ну и что, будем бегать с металлоискателем тогда. Ну я не знаю, начинаю, для чего. Пока не запикает. Я не знаю, для чего. Так, ну все равно, погнали тогда в другую. А погоди, нам может в воде надо вообще бегать с металлоискателем, нет? Давай, тут никого нету. Погоди, тут никого нету. Давай я пока в воде побегаю. А, может они Олега нужны для обнаружения? Может мы просто случайно медальон нашли, может они обнаруживают типа это? Ну возможно, да. Есть такое предчувствие. Так, там никого? Ой. Пока нет, рука впереди идет. Ну ладно, наверное, там еще крыса вон. Так, ну здесь ничего. Здесь жирная тоже. Сука, блин. Блин, интересно, он вообще, он работает типа или как? Так, крыса, крыс сюда идет, давай ее тут подождем. Так, смотри, давай сейчас, знаешь, что можем сделать? Сейчас можем пойти вот туда прямо, вот туда вот, куда я смотрю. Там хорошо. Нас еще не было, как раз проверим металлоискателя, может, что-то и найдем. Я вот одного не понимаю, вот здесь где-то вот примерно на этом месте все время датчик реагирует на что-то, но ничего тут нету. Ой, рука. Нормально, успели, нормально. Давай, ладно, давай дойдем просто до другой части, посмотрим, что там нас будет ждать. На всякий случай, если я забуду углы переключения передач 1-237, это мы фотографируем, 162 градуса, 251 градус. Ну для чего-то это понадобится нам 100%. Давай, смотри, я сейчас еще спущусь в воду и здесь проверим быстренько на этот, на металлоискатель. Может, тут что-то будет, я не знаю. Ну, подозрительное место, подозрительное. Но тут 100%, да. Ну, тут ничего. Я не понимаю, что мы этим металлоискателем должны найти вообще? Типа, какой-то ключ или что вообще? Так, а ну-ка, что там? О, наконец-то мы нашли. Че, кого? А, это та самая... Ой, нет. Так, ну смотри, погоди, нам туда еще пока не надо идти. Нам туда... мы не сможем деактивировать ее, по-моему, пока что. Уверен, а что? Ой, тихо, назад. Забегай внутрь. Там огромная жирная крыса, Ладно, хорошо, давай попробуем. Выключай фонарик. Так, эту записку мы уже читали. Во, и теперь смотри, вот так вот делаю. Во, все, найс. Так, а здесь смотри, здесь сейчас у меня были где-то эти. Болторез нужен. Болторез где-то был. Вот, отлично. Губчиками, отлично. Так, теперь, так, погоди, вот здесь я, кстати, не проверял, да, здесь ничего. Вообще, смотри, чувак, ты тебя ж тут не было в прошлый раз. Смотри, в чем прикол. Вот, нам надо это отключить. Вот именно это нам и надо отключить, чтобы пройти туда до конца. Да, а мы не можем это отключить, потому что никак. Вот и все. Кнопочка, Олег, кнопочка. И вот тут как раз таки записочка у нас. Вдоль коридора были расставлены охранные пики-ловушки для защиты некоторых зон. Если кто-то хочет отключить их, вам нужно соединить кабели в кладовке. Это должно... Вот там кладовку найти надо. Мы ни разу еще кладовку не находили. Зато дверь открыли туда, наконец-то. Так, а мы где вышли? Ага, все, я примерно понял. Давай, ладно, будем дальше продолжать искать все, соответственно, ребята. Надеюсь, чему-то рано или поздно придем. Так, Андрюха, какая... О, слушай, вот там вообще как будто... Ты посмотри, это вся эта клетка, она в крови, посмотри. Вот это стрёмно. Не хочется мне. Так, а вот нам только понять, надо как туда попасть. Так, давай вот сюда заберемся на всякий случай. Там нормально, у тебя сзади никого. Может, нормально. Так, ну, а погоди, ли. Стой, а нам надо понять, как туда попасть. А попасть может туда... Может быть, оттуда слева? А, да, вот оттуда слева, там как раз таки заход есть, пошли. Я на всякий случай с металлоискателем бегаю, потому что я не знаю, что мы должны найти, но 100% это что-то находится в воде. Так, подожди, давай, стой, смотри, сейчас есть один такой вариант проверить. Если эту монетку можно выбросить, стой. Не-не-не-не-не. Нажимай, попробуй сейчас запиликать, запилинговать, попробуй. А, давай, сейчас. Да. Видишь? Все, нам эти монетки надо искать. Все, я понял. Так, аккуратно, там крыс идет. Присядь. Слушай, вот в эту комнату, которую мы с тобой видели, реально стрёмно заходить. Ты понимаешь это? Там просто... Да. Не надо бежать, Андрей, не надо. Так, может, Олег, подожди, может, все-таки этих монеток всего две, вот такие, которые мы нашли, как раз-таки. Просто вот мы их нашли без нее. Не знаю, но вообще, как бы да. Интересно, как это смотрится. Тут еще понял, тут еще, когда я пробежал, тут сначала включилась эта лампа, и дверь там вся в крови просто. Олег, вся. Работаем. Олег, метро Люблино, работаем. Так. Ой! Ну опять обходим. Эти, а? Тут тихо. Можно пробежать. Ой-ой-ой. Так, нормально. Так, здесь что? Ой, Андрюша. Какая-то записка, погоди, дай я прочитаю. Читай. Так, что у нас? Три шестерни доминируют над двумя, а боковыми... Ой, это надо сфотографировать, я это все так не запомню. Быстро фоткаем и уйдем. Погоди, три шестерни доминируют над двумя боковыми противовесами. Вы должны разместить, отпустить их с помощью рычага до такой степени, что они нажимают нижние кнопки. Когда оба индикатора будут зеленым, внутренние шипы ячеек поднимутся. Найдите оставшуюся шестеренку и рычаг, чтобы активировать механизм. Нам надо найти этот шестеренку. А, вот, да, слышь.
Нам для вот этого надо найти шестеренку. Да, но мы даже вообще ничего не находили. Нам надо... Блин. Так, Ай, это что у нас такое за пидочка? Эти маленькие крысы почти дошли до меня. Ничего себе маленькие. К счастью, они в конечном итоге отвлекли себя кусками мяса, которые были на полу, благодаря чему я жив. Вам нужна ключ, канализационный выход. Вот этого у нас нету еще. Ну, ё-моё. Сколько всего еще искать, нам ну надо тут, а? Ну что ж такое-то-то, а? А, вот, смотри, лоу, ключ. Что? Лечение воды нашел, ключ какой-то. А, у вот трупа. Так это... Ема, а ты не помнишь лечение воды, где у нас была эта дверь? Бля, это где-то в самом начале мы с тобой ролик начинали. Ну это радует, что не все так, все, у тебя все понятно. Вот такая, тихо-тихо-тихо, нормально, это руки-базуки. Так подожди, надо к трубам подходить, а ты что, без этой хуйни нельзя, что ли, у них? А я не знаю, походу, слушай, но мы трупов так дофига видели с тобой. Так, давай тогда искать эту дверь. Подожди, та дверь, слушай, не вот здесь была, нет? Вот тут мы видели сейчас дверь какую-то. Братишка. Давай, ладно, давай сейчас найдем, сейчас найдем. Скажи, мне вот прям реально интересно, как это работает. Вот смотри, вот тут тоже труп валяется. Вот, допустим, я к нему сейчас подойду. Ну нет, тут, кстати, не пикает, слышишь? Нет? Прям ничего, не. Видишь, мы просто у правильного трупа, походу, встали. Мне. Повезло, повезло. Ну хорошо, что там проверили на самом деле. Давай, ладно, будем искать. Вот там эти две крысы. А чего они там встали, реально, смотри? Они забаговались, Олег, походу. Они целуются, целуются. Целуются, у них это медовый месяц. Подожди, а там три хвостика. О, там три крысы, чего? Тут все крысы. Все. А реально, слышишь, они, походу, забаговались, прикинь? Нормально вообще? Подожди, реально тут смотри, раз, два, три, четыре крысы. Вот это стойте, вот молодцы, молодцы. А прикинь, они стоят над самым важным каким-то элементом, понял, который нам нужно забрать. Давай пробежим мимо них, загрем. Ага, конечно, не, не надо, не надо. Так, Андрюха, вот здесь что-то тоже пикает. Во, реально, слышишь, а не было этого ключа, не было. Ключ канализационный, погоди, что нашел, погоди. О, да, вот, канализационный, то, что погоди, вот лечение воды. Короче, все, найс. Так, а это что у нас тут? Ой, а что это у нас о, такое? О, канализационное помещение. Подожди, попробуем открыть. Открываем. А ну-ка. О-о-о. Все нормально. Так, открываем какой-то шкафчик. Смотри, что это у нас. Таблетки от беспокойства. Что, реально, что ли? Чего, блядь? И ради этого... Нет, стой. А, во, смотри, стой, погоди. Вот тебе схема нужна. Так, сейчас. Так, Андрюха, смотри, сейчас будем соединять все провода. Значит, зеленый это AC2. Подожди, AC2. Так, это вот сюда мы тянем. Это прям наш как задание в Among Us. А розовый RG4. Ну давай, ну тянись ты. А, ну тут походу, погоди, они вот так вот дерем. Вот, все, хорошо, отлично. Так, следующий у нас синий. У нас AB1 сюда. Да, и розовый. Ой, остался желтый у нас. Желтый. Желтого, погоди, тут нету. Зеленый, синий, розовый, белый. Погоди. А, я вообще... А, походу, слышь, не для той канализации мы это нашли. Да, слышь, вообще не для этого. Ой, да господи. Пошли обратно. Зеленый, синий, розовый, белый. Да, видишь, а тут зеленый, синий, розовый. Подожди, может это белый провод просто так выглядит? Не желтый, не? Давай попробуем. Ай, нифига себе! Да, цель, походу, не то, потому что это не желтый, это не белый провод, это же желтый провод, правильно я понимаю, да? По-моему. Это желтый. Ну вот, я про это тебе и говорю. Ёлки-поп. Неправильно, да? Ну почему так? Ой, погоди, забрать бензиновый баллон! Вот! Да, я это уже взял, и ведро, и ведро тоже. И ведро. Найс, а для чего нам это надо? Это помнишь, для того... да, бочки, помнишь, найти. Итак, раз уж мы нашли еще один ключик, ключ канализационный выход, чтобы открыть эту дверь. Ну, а мы что? А мы Подожди, тогда все правильно должно быть. У нас ключ лечения воды. Нет, нет, не то. Значит, нет, не то, не то. Еще одна дверь какая-то должна быть. А, блин, ну почему все так? Ну почему? Слышь, Андрюха, мы, оказывается, с тобой, когда в хранилище какое-то зашли. А, или стой! Я из. Да, все! Я нашел, где ключ. Ой, тут такое, Андрюша! Мы просто мы решили сейчас разделиться, чтобы Андрей занимался каким-то определенным делом. Я тоже каким-то. Ёлки-палки. Олег, так, крысы сгнили еще. Взаимодействовать. А что я могу? Погоди. А, слышь, погоди, информация, что это пустая банка, которую можно заполнить бензином. Все, я понял, что. Нам, я понял, подожди, прочитать записку. Если кто-нибудь увидит этих существ с руками, разгуливающих по комнате водоподготовки, залейте маслом все каналы. Это оглушит их на... Все, нам нужно масло. Я знаю, что нам надо. Нам нужно масло. Все, Андрюк, я бегу к тебе. Все, сейчас все сделаем. Итак, надеваем, значит, противорадиационные костюмы. И теперь самое сложно, реально. Так, а погоди, а нам как надо? Нам смотри, типа надо заходишь сюда, смотри, и вот нажимай использовать здесь на бочках. Так, и чего? Подожди, а ведро-то нам, а ведро-то зачем?
Ой, блин, Андрей, мне кажется, сюда сейчас бегут-то все крысы, реально. Нету такого закрой ощущения? Закрой просто решетку, закрой решетку. Да не, они-то не зайдут сюда. Погоди, пусто. Фонарик убираем. Смотри, ты именно по... А как ты стучишь, я не понимаю. Блядь! Нет! Сука! Ну не надо. А, вот, погоди, стоп. Где-то по было. По серым бочкам стучи. Ой, блин! Да ну ебать, это нереально! Тут их три бегают! Вы чё, прикалываете? Да, не, ребята, это нереально! Просто нереально! Вы просто посмотрите, сколько! Они тут бегают и как? Я не пусто. Понимаю! Они везде, мне кажется, будут пустые, нет? Пусто. Блин, надо как-то... Я просто вообще даже зайти практически не могу, они... Во, вот тут я вглубь вошел. Все, вот тут нормально. Так, давай я вот эти проверю и взаимодействовать. Пусто. Ну? Ну, пусто везде, не понимаю. Пусто. Ну, кстати, не все как будто бить можно, да? Да. Вот тут тоже пусто. Блин, ну вот прям бесит, слушай, а? Эй, может тут что-то? Во. И тут тоже пусто. Ой, блин, они вокруг меня уже просто. Так. Спокойно. Они все пустые. Спокойненько. Так, давай проверим. А тут нечего проверять-то в этом углу-то. Ничего нету. Я там, Олег, уже все проверял. Тут тоже пусто. А чё, подожди, почему все пустые? А где, погоди, я не понимаю. А какую, может, где-то пропустили одну, не? Блин. Не-не-не-не-не! Пиздец тебе. Вот именно ко мне надо было прийти, ну спасибо. О, Андрюха, нашел. Так, использовать. Все, одна канистра с бензином заполненная есть. Отлично. Так, а это все, что нам нужно сделать? Все? А ведро для чего мы... Использовать информация. Ведро, которое можно использовать для подбора некоторых вещей. Все, все, можем уходить. Погнали. Давай погнали. Я тоже здесь наберу. Давай, на всякий случай набери. На всякий случай может пригодиться реально. Давай. Заполнилось. Она прям перед нами была. Так, теперь смотри, так, на ту сторону переходим. Все, я теперь знаю, куда нам надо бежать дальше. Короче, там ты реально сейчас офигеешь. Все, Андрюха, вот тебя реально просто офигеешь. А, пошли здесь со мной. Увлечение, да, да. Вот как раз таки здесь мы нашли тот самый ключ, который вел нас вот сюда. Слышишь? Просто посмотри, а. Ты видишь это? Так, смотри, здесь надо залить, соответственно. Так, взаимодействовать, и нам нужна канистра использовать. Заливаем все маслом. Все, все, смотри, и это должно их... Все, смотри. Все, теперь можем пройти. Вот монеты, походу, сюда вставлять надо. Или что это такое, погоди. Да, смотри. А что это? У нас только две монеты. У нас только... Блин. А тут три надо. Андрей, нам так или иначе все равно пришлось бы вернуться. Знаешь почему? Потому почему? Что, ай, а я знаю, где третья монета, кстати, находится. Блин, давай вот сюда вливай, погоди, а у нас хватит еще, погоди, у нас массово... Да, вливай, хорошо, что ты подобрал еще. Вот здесь залей. Блин, нам хватит, только нам уберется. Но нам все равно придется возвращаться, потому что нам монета так или иначе нужна. Но я знаю, где эта монета находится. Че, готов? Заливаю, да. Все, давай. Все, оглушаем этих тварей, отлично. Все, проходим. Так, смотри, здесь какая монетка нужна? Здесь у нас монетка взаимодействовать. Так, погоди. Использовать информацию. Медальон с фигурой, его можно куда-то вставить. Использовать. Походу тебе надо нет, средний ряд его, в средний. Нет, чему? У нас там... Погоди, стоп. А у нас не было никаких подсказок, кто, что, куда нужно засовывать. А ты в крайнюю правую не засунул ничего? Ой, блин. Так, ладно, я возвращаюсь обратно, пока эта штука еще там. Я еще ничего не засовывал. Это, видишь, там они в каком-то порядке должны быть. Бля. Потому что... Погоди, стоп. Один... У них нету никаких надписей, информации, медальон с фигурой, его можно куда-то вставить. Вот с рыбой есть, есть птицы. Там не было никаких следов, медальон с фигурой его можно куда-то вставить. Короче, да, нам надо... Я знаю, где третий медальон находится, погнали. Все, ребята, мы наконец-таки поняли, в чем была ошибка. Так, а нужно, погоди, посветить надо секунду. А погоди, фотография. Стоп. А можешь посветить, пожалуйста, не... или стоп, подожди, надо, во-первых, костюм снять, просто я вообще реально ничего не... Да ну ё-моё, ну убери ты костюм свой, а снять костюм, все. Все, оказывается, короче, я говорю, в чем ошибка была. Так, а можешь фонарик свой брать, пожалуйста, нифига не видно. Короче, фотку, которую делал Андрей, нам она и нужна именно для того, чтобы подсоединить все провода. Итак, желтый это БА3, розовый это АС2, вот, это как раз таки нужно сюда, во, все, розовый, смотри, розовый мы соединяем с АС2, синий мы соединяем с АБ1, и зеленый сюда, и в теории, все, найс, мы отключили, так, Мы отключили шипы, все, погнали теперь к шипам, так, таблеточки забираем, потому что реально у нас рассудим постоянно проблема, все, мы сейчас быстро вообще пройдем, ребята, я вам отвечаю, наконец-таки мы разгадали эту тайну, все, я уже так радуюсь, как будто мы прошли все на самом деле, нам реально, вот сейчас я понимаю, что нам реально осталось совсем немного, потому что мы много чего уже успели сделать, все, в теории сейчас, да,
да, смотри, все, ничего нету. Так. Смотри, просто. Кстати, погоди, я на всякий случай пройду здесь металлоискателем, потому что вдруг тут у трупов будут какие-то эти, я не знаю. Не, все, не, нормально, нормально. Все, найс. Так, смотри, теперь что у нас? Тут какая-то записка, давай прочитаю. Предупреждение, если номера кадров 3 на 3 в порядке, шредеры перестанут... Если номера кадров 3 на 3 в порядке, шредеры перестанут работать. Кого? Шредеры, 3 на 3 в порядке, смотри, видишь, нам походу, вот, нам нужно вот, вот с помощью этой штуки мы как раз таки отключим, помнишь, вот те вот металлические огромные штуки, которые, да. Нам надо сделать, нам все надо в порядке расставить, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, а здесь у нас, погоди, здесь заблокировано. Олег, ты должно быть все в порядке, да? Ну типа давай, ты справишься с этой загадкой-то или конечно, нет? Конечно, Олег, я очень умный. Давай, давай, посмотрим. То есть, смотри, 1 у нас должна быть сверху, Андрей, понимаешь, ты уже неправильно делаешь. Ой, блядь, ладно, делай ты. Ну давай, ладно, давай, я сделаю, давай, так. Так, смотри, это сюда, 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 сюда. Вот так делаем, смотри, вот так. Теперь вот так, один. Ага. Олег, должно быть все в порядке. Стой, погоди. Ну да, три, тройку вот, вправо, четыре вот. Вниз, шесть. Вниз. Ага. Вот так. А, так? Нет, только ага. Не получилось. Так, не, погоди, вот тут надолго, реально. Давай погоди. Я умею, давай. Не-не-не, я сделаю, 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 сделаю. А ты тупой, Олег. Я тебе отвечаю, я такие хуйни разгадывал на изи. Ты делаешь то же самое, ты видишь это или нет? Ты по кругу просто их пускаешь, типа ничего не меняется. У нас 1, 3, 2, 4, 6, 5. Вот тупичок. 6, 7, 8, 5. 1, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 5. В принципе, неплохо. Все, ребята, это было очень долго. Я не знаю, мы, наверное, тут затянулись, просто держались на минут 10, но мы решили. Тупое быдло, Олег. Да сам ты такой, Андрей, а? Так, стой, погоди. Все, у нас открылась дверь, во-первых, смотри, да. И вот здесь... Ой, там тараканы, погоди. О, наконец-то монета, да, наконец. Здесь... Ой, смотри, погоди, а там... А что, открыл? А, решетка открылась, смотри, реально. Да. Так, смотри, во-первых, вот тут монетка. Таракана, вот тут монетка. Таракан, ты что делаешь? А что, записки не будет никакой? О, Олег. Серьезно, а? Чего? Олег, чего? Зайди в таракана внутрь. А что там? А ну-ка. Посмотри, там ничего нету. Реально пустой просто вообще. Так, погоди, здесь точно? А вон там еще труп валяется. Стой, я на всякий случай, стой, погоди, я на всякий случай. А где мой этот? Погоди, вот. Погоди, использовать. Олег, металлодетектор. Вот, металлодетектором, вот я как раз таки делаю. Не, все нормально, слышишь, ничего тут нету. Все, смотри, мы остановили сейчас как раз таки те шестеренки. Теперь смотри, мы сейчас возвращаемся туда обратно, забираем эти находим шестеренку. Все, Мари, тут реально осталось-то делов нам, погнали. Все, вот теперь можем тут пройти. Во, смотри, ты видишь? Так, а ну-ка, да, погоди. Порядок, смотри, сначала рыбка, потом крыса, потом птица. Все, это нас всех сейчас фотографировать надо, ребята. Это уже все, что мы должны были здесь увидеть, серьезно? Так, а я думаю. А погоди, тут точно стой. Во, и теперь шестеренку мы найдем, мне кажется, как раз-таки вон там, за дверью, да, когда она откроется, смотри, судя по всему. Ничего нельзя найти. Я вот на всякий случай проверяю, погоди. Я вот сейчас металлодетектор возьму. Ой, Олег, смотри, тут желе подбери, тут много желе лежит. О, вот где? Еще желе. Где? О, реально, слышишь? Смотри. Вот это хорошо. Вот это реально добротно. Все, погнали теперь наконец-таки туда. Все, Андрюша, мы почти это сделали, мы почти это прошли. Просто вот на последнем дыхании уже просто бежим. Так, ладно, Андрюха, смотри, первая монета это рыба. Мы вставим ее вот сюда. Вторая монета это у нас крыса. Третья монета это птица. Так, первая монета это у нас рыбка, рыбка, рыбка. Ты прикинь, сколько времени подбирал случайный порядок был так? Да, ну нет, хотя на самом деле не так уж и много комбинаций, когда всего лишь три, ну, мне кажется, немного. Нет, достаточно все равно. Ну все равно, да ладно. Там дофига. Ребята, поменять... сколько в комментариях. Нам, мне кажется, реально много. Сейчас все считать бросились. Так, вторая у нас идет крыса, 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 крыса сюда. Все, отлично, погнали дальше. Все, и третья у нас последняя монета. И это у нас птица. Заебали эти головки. Интересно, что должно произойти просто после этого. Ну, типа, что-то должно, наверное, открыться. Или что-то должно, наверное, все, произойти. Конец света будет. Ну нет, ты шо, не надо такого. Так, и сюда вставляем. Все. Что это такое? Что-то поменялось. А мне писали something has changed, что-то такое. А что именно? А что было написано, ты хоть понял? Нет. Я зачем-то забрал, я не знаю, я зачем-то забрал, что-то поменялось. А что могло поменяться? Может, жизнь твоя кардинально поменялась, Олег? Ага, если бы. Не, погоди, а реально, что могло поменяться? Погоди, может, тут что-то открылось, реально, не? Так, ребята, мы вернулись в самое начало, чтобы да, прикинь, смотри, она просто, смотри. Все, тут шестеренка, вот, пожалуйста, тут просто валяется шестеренка, да? Прикинь, и все. Да, вот так вот оказывается. Так, теперь, смотри, теперь мы бежим, знаешь, сейчас с тобой куда? Мы бежим с тобой, у нас есть шестеренка и есть рычаг. Все, надо, да. Погоди, а нам одна шестеренка нужна была или две? По-моему, одна. По-моему, надо было найти шестеренку и рычаг. Да, одну, рычаг. Все, отлично, рычаг, тогда да. Мы бежим. Все,
все, наконец-то. Все, вот теперь другое дело. Осталось лишь только... Так, смотри, у нас есть рычаг. У нас есть рычаг, его надо использовать. Все, отлично. И теперь нам надо использовать Олег, шестеренку. Все, и теперь... Ух, ему... Что произошло? А смазать надо, Олег, нет? А что произошло? Погоди, стой. А, вот, смотри, вот тут этот грузик поднялся. И там тоже немножко. Так, давай еще, погоди. Ой, погоди. Подгоняй. Не в ту сторону, да? Или стой, погоди. Да, нет, ниже делай. Вправо. Да ёлки-палки-то, а? Да что ты? Погоди, использовать. А, так, а что, погоди, сделай еще раз. Делай, вправо. А, вправо, вот. Не, подожди, влево. Подожди, грузики до этого, они стояли на платформах или нет? Нет, они висели всегда. Надо все, тогда опускай, тогда влево крути, чтобы опускались. Влево максимум уже стоит, Олег, все, пиздец. А, тогда в другую сторону. На, крути сами эти свои зубы. Ё-моё. Вот. И что произошло? Ничего. Погоди, еще тогда. Теперь смотри, теперь с помощью этой говори. О, все! О, все! Так, и что это у нас? Так, о, смотри, они поднимаются, что-то подбираем. Ключи. О, ключ, канализационный выход. Все, ключ на выход. Погоди, стоп. Вам нужно ведро, чтобы забрать это. Ведро? У меня есть ведро. У меня а тоже. Было, у меня человеческая плоть. Ему. Еще человеческая плоть. А для чего? Еще человеческая плоть. Олег, записка. И записка какая-то. А ну-ка, дай-ка прочитаю. Код кабеля, выход канализации. Да елки-палки, это тоже фотографируем, это тоже надо. Да ема. Да какой-то так, просто пиз. Мясо подбери тоже, на всякий случай. Ну, у меня нету ведра, видишь, мы же там оставили. Ну ладно, у меня есть. Так, ну чё, я знаю, куда нам нужно бежать, погнали за мной сейчас. Все, ребята, мы с вами идем на выход, наконец-то. Ой, это кошмар. Так, нам налево. Все, Андрюха, мы у выхода, по идее, прямо сейчас мы у выхода. Открыли. Ой. Ой, крысята. Это маленькие крысята. А они опасны, Олег? Погоди, стоп. Я не знаю, вот это очень хороший вопрос. Я помнишь, Олег, мясо, крысам подсунь. Ой, нет. На тебе, блядь. Вот мясо похавают. Вот, смотри, они мясо хавают. Стой, погоди, мне надо подхиляться. Стой. А меня кусают, Олег, кусают. Мне надо подхиляться, погоди. Выйди пока. Олег, я просто убежал вперед. Так. Я, короче, буду скидывать им мясо. Хавайте! Ух, ему! Так, погоди. А что тут надо? Заблокировано. Олег. А что нам нужно? Что нам нужно? Мне в конце крыса заебенила. Погоди. Да это пипец! Вы что, с ума сошли? У меня мяса столько нету, чтобы крысам этим давать. Так, ладно, давайте попробуем. Так, крысы хавать, крысы сюда. Крысы хавать. Все, да, я знаю, куда. Во-во-во, вот сюда. Так, там гигантская крыса, да, еще! Да, она меня по КД жрет постоянно. Так, погоди. Здесь тогда идем мимо. И тихо. Я вижу тебя! Так, хорошо, здесь надо как-то к ней подобраться, и там надо соединять просто провода, и все. Да, там да, нужно да, просто да, соединить да, да, провода. Так, пока не возрождайся, я сейчас... Ой. Подойди к проводам, Андрей. Кабель входа справа. Тебе нужен слева, сейчас скажу слева. Смотри, попробуй соединить провода сейчас, попробуй. Готов? Давай. Зеленый AC2. Так. Синий AB1. Так. Розовый RG4. Подожди. Так. И белый BA3. Ты соединяй, готов? Включить надо. Да, да. Уверен? Да. Да. Все, есть, да? Все, осталось только справа, Андрей. Давай, сейчас справа подойду. Справа можешь подойти? Я просто никак, тут никак мимо крысы я не пройду вообще. Блять, опасно, Олег. Готов? Да. Желтый RG4. Розовый BA3. Сделал. Все. О, да. Все, дверь открылась. Можем бежать. Олег, а я сбегу от крысы, точно? Я не знаю. Смотри, я через лапку смотри. Давай. Через жопу ее прошел. Смотри, нормально. Все, погнали. Так, крысы хавают, смотри. Что такое? Она меня сожрала сзади. Да ну как так-то? Ну ты чего? Так, Андрюха, смотри, крыса здесь! Погоди. Да пробегай. Погоди, не, ведро. Нахавай свое это мясо! Да вот, заходи сюда за решетку. Я пройти не могу мимо нее теперь! Идиот. И что мне теперь делать? Дай пройти. Стой, может мне надо ей еще мясо дать какого-нибудь, а? Олег, ну я уже на выходе, могу от тебя уходить. Не-не-не-не-не, погоди. Блин, надо было реально пробежать. На! А мяса больше нету, мяса больше! А я, прикинь, реально, погоди. А, вам нужно ведро, чтобы забрать, я могу забрать у мяса. Все, погоди. Я не могу!
Бля. Нет, ну вот же я с ведром стою. Так, хорошо, если меня эта крыса сожрет сейчас, давай просто попробуем. Ну-ка, съешь меня. Ой, ну это такой бред, я сейчас застрял здесь, это же такой тупизм просто в самом конце. Ой, я пробежал. Давай, заходи, заходи. Быстрее, дверь. Все, найс. Ой, Андрюша, неужели это выход? Блядь, сколько мы это делали. Я надеюсь, что это он. Все, взаимодействовали. О, погоди. Что происходит? Я нажал. О, я куда-то лезу. Ой, я должен бомж такой лезет? Все, погоди. Олег, бомж вылезает из метро. Ой, а кто это машет? Ой. Это кто? О, нет. Это же было наше спасение. Да, и куда мы вылезли? Я не знаю. У нас заняло это, чтобы пройти этот уровень 2.5 часа. 2.5 часа, ребята. Нет, за это по-любому нужно поставить лайк. 100%, 100% за этот уровень нужно поставить лайк, ребята. 2.5 часа, это же просто жесть какая-то. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе от просмотра этого видеоролика. С вами сегодня был, как всегда, Олежа Копия, Андрюша Гандифай. Вот теперь мы точно прошли за кулисы, и пока что обновлений больше никаких нету. Поэтому, ребята, на какое-то время закулисье у нас заканчивается. Все, ребята, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, всегда скоро встречи, и всем пока-пока. Всем пока-пока-пока.